Приветствую вас, друзья! Сегодня мы выбрались в небольшой лесочек в Подмосковье поучиться стрелять из традиционного лука. Надеюсь, и вам понравится наш небольшой туториал, и вы сможете освоить это интересное и традиционное оружие, самостоятельно посмотрев наше видео. Левой рукой за ручку, чтобы удобно было. Эскерда мал. Значит, пегла. Нужно так вот взять, чтобы вот попробуем, чтобы оттянуть и держал. Запомнить это вот положение левой руки, лучшей руки, левая рука, чтобы она запомнила вот это положение. Когда она не обхватывает, а просто вот так. На пегла эской запал, типа со сигара. Sem apertar. Sem apertar. É dois dedos. Dedos aqui. Eu grei два пальца. Два или три. Кому как. Dois ou três dedos. Dois ou três. Значит, вот. Запомнила положение этой руки. И можно уже тогда обхватить ручку. Значит, и потом. Значит, правой рукой вынимаю стрелу, но здесь по-разному люди накладывают. Можно сверху наложить, а можно, чтобы проще было, вот так, чтобы не менять положение. Значит, и чтобы стрела и тетива 90 градусов был угол вот здесь. 900 градусов. Между стрелой и тетивой 90 градусов. Значит, красное перо вот здесь вот, на этой стреле, в сторону левой руки. То есть перо другого цвета, два пера на оперение стрелы одного цвета, а одно перо вермель. Стрелы бывают разные, оперения бывают разные. Qualquer cor de outros, mas dessa verde é certo de mal. Ah, tá. Esquerda. Как бы я не совсем правильно сказал еще. Это до того нужно было сказать. Стойка. Самое главное еще стойка. То есть боком МП, вроде de lado. Как удобно. Можно ногу вперед, можно ногу так. Значит, но только чтобы боком. То есть не лицом к мишени, а боком. И чтобы у тебя корпус был прямой. Вот здесь прямо и здесь прямо. И тут типа наусы и фикарет. А потом уже, когда видишь мишень, уже можно наклониться в сторону мишени чуть-чуть. Но даже не то, что локоть приподнять, не то, что наклониться, а локоть приподнять, а эту руку опустить. То есть, в зависимости от того, где мишень, уже ты руками регулируешь. Depende onde essa coisa, onde você quer. И двумя или тремя пальцами потом оттягиваешь до конца и отпускаешь потом, чтобы тетива соскочила, соскользнула легко и плавно с пальчиков. А что сделать для этого? Немножко выпрямить пальчики, и она сама. Это со Абриды. Дедуш и Алавай Сузиня. Так вот, здесь разные стрелы, как я уже сказал. Вот эти стрелы все с одним и тем же оперением одного цвета, да? Поэтому в данном случае нужно найти то перо, которое вот относительно вот этого разреза на 90 градусов. С туду мезму кор de mão esquerda precisa procurar essa coisa qual é 90 graus para no meio. Сейчас очень много будет информации, да? Значит, давайте просто,
чтобы не загружать девушку, да? Я просто покажу вас все остальное. Оттягиваете. Вставляете. Так, здесь с близкого расстояния, как бы, они очень далеко будут входить в дерево. Тяжелее будет вытаскивать, я пока закончу. Не, не сюда, смотри. Где-то будет сантиметров 5 от верха обмотки. Значит, нормально. Но просто ты лучше двумя глазами. А, наверное, вот упражнение для открытия третьего глаза, знаешь? Вот видишь этот плакат, все твое, уберем с тобой, да? Значит, черную точку видишь, да? Значит, чтобы ты двумя глазами вот навел так, чтобы у тебя два глаза открыты, чтобы у тебя большой палец был под этим черным пятном, да? Теперь закрой левый глаз. Левый. У тебя также остался вот, да, вот, значит, у тебя, если ты закрываешь левый глаз и правым глазом видишь, что у тебя большой палец и черная точка на одной линии, значит, у тебя правый глаз идущий. Значит, ты целишься правым глазом. Просто мы выяснили сейчас, что у тебя правый глаз идущий. Я тоже, как бы, видишь, я когда делаю там, да, левый, открытый и все. Но тем не менее, я все равно беру лук левой рукой. Значит, и чтобы у тебя было всегда все одинаково, значит, нужно тетиву оттягивать всегда до определенного момента. Значит, да, выбери для себя. Вот сейчас у тебя стрела ушла наверх, да? Наверное. Угу. Поэтому ты, может быть, оттянул. Есть такое понятие русский флаг. То есть вот за шею сюда оттягиваю. Значит, а можно оттянуть вот сюда, чтобы пальчик большой, вот большой палец до виска, до глаза. Попробуй оттянуть до глаза. И всегда в одном положении. То есть палец касается всегда одного места. Одного и того же места. И долго не держи, устанешь. То есть оттянул. Ты пока оттягиваешься, ты как бы видишь вот это красное перо, наконечник и мишень. Сопоставляешь их на одну линию. Вот смотри сейчас все, контролируй. Дени сюда. Руки дениги, да? Почему не отсюда? Вот, видишь, уже да, другое, так, да? Значит, достаточно больно отпускать. Хотя руки не замерзли, но она по пальцам. Сдирает. Для этого как бы есть перчатки. Но не уверен. Не, ну нормально, нормально, но... Вот теперь, вот смотри, вот сам. Два фильма по ракет, отраженные. Почему? Ну, чтобы у меня было... И это, вот, типа, вот так вот. И она будет, она как сказали, тебе. А, вот в данном случае можно замедлить. GoPro здесь надо. Вот, да. Смотри, чтобы убирал пятнашку, да? Да. Хорошо. А на этом мы заканчиваем наш небольшой туториал по стрельбе из лука. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие наши видео, ставьте пальцы вверх и пока-пока.